точно видно, что это город. А то думал, что какие-то деревья. Ох, ничего себе! 453 километра по Волгограду. Ага, предварительно оплачиваете. Нормально. Мы ничего не платим. Слава богу. Велосипедистов не берет за свою дорогу. Сейчас начнется. Вот тут ребятишек на бабки разводят. Ох ты, куда я заехал-то? А все равно. Сейчас меня еще не пропустят. Оп. Оп. Не. Пропустили. Слава богу. Что там какой-то сигнал подозрительный? Сейчас какой-нибудь прибежит, скажет, давай оплати. О! Прикольно. Астана 9 километров в сторону. Ха. Хотя она и прямо. Но это просто объездная. О, Костанай. 650. Нормально. А за сколько я? Отсюда 3,5, и там. Там 4,5. Ё-моё. 8 дней, что ли? Обалдеть. Ну ладно. Попру. Попру по объездной, короче. Не поеду я через город. Неохота мне корячиться. Сейчас по объездной рвану. Ну, к самой этой Астане, которая построилась-то. Они тут елочек понасадили. И с той стороны чего-то. И с этой. Короче, развязку всю засадили. Ну, может, оно и правильно. А то что-то скучно все эти развязки. Сейчас на какой-то проспект выезжаем. И по прямой. Ох, ветерок какой. Задуват. О, въехал в город, первая авария. Вот при таком проспектике аварии делать, это вообще. О, какая раскладушка. И ни одних диагональных линий нету. Нормально все это будет как-то стоять, главное. И это явно еще не предел. Что-то они там достраивать будут. Нифига себе. Сейчас какой-то балдежный. Вот где-то посредине улицы едет рядом и меня расспрашивает о том, о сём. Чё да, откуда, проблемы были там, нет. Минут 10 мы с ним разговаривали, сзади сигналит народ что-то. А ему по барабану. О, церквуха какая-то тут затесалась. Штука. Ха. Да. Что-то на Гауди смахивает. Но интересней, чем Гауди. Ну все, я в Астане. Какой-то прудик здесь.
вон впереди, мне туда куда-то надо. Вон она, шапка. Перевернутая или какая она там. Панорамка. Сюда город был пустой буквально, машин не было, а сейчас что творится? Ну, едут и едут куда-то. Мы вообще тут думали, что мы тут одни, а сейчас народу. Интересно, 3 года назад они где все были-то? Странное дело. Вон, типа высотка. Такую, подмосковскую закосили. Но, тем не менее, тоже ничего. О. Ага. Тут, видать, мода тоже сигналит. По поводу и без. Вон какая-то шайба там, балдежная. Прикольные лошадёнки. О! Вон а какие домишки понастроили. Ну ничего такая, все светленькое. Вообще Астана, в принципе, красивая штука. Современная, красивая. Почти как Белоруссия. Но современная. Заселился в хостел хреновый, воняет вот этой вонючкой, которая в автомобилях, такая мерзкая вонючка еще, мужики такое любят, такую дрянь, блин, да что тут ничего не работает-то, те двери не закроешь, эти не откроешь, о, ну это так и надо, конечно, ну вид у меня вот такой. Все время пилить что-то. А? Вонь дикая стоит. Поиски вонючки не увенчались успехом. Но где-то в этом углу воняет. Таким тугим, густым запахом. Мужики вешают у себя в машинах такое дерьмо. Фух. Дышать невозможно. Это на один день только. Если я доживу до завтра.
Вид с хостела, конечно, замечательный. Но хостел... Ой! Какой-то сброд гастарбайтеров. Какая-то скотина все-таки разлила, что ли, эту туалетную воду. Вонь стоит, блин. Или от одного там, вот я замечаю, что-то как-то из его угла воняет. Что он там с этой водой делает? Ну, блин, у меня уже башка никакая. Ой, доживу до завтрашнего утра. Все. Хостел капитал, это лучше туда не суваться. Лифты какие-то мрачные. Капец. Ой. Какой-то другой хостел ищу. Вот в этом доме. Где-то снаружи, конечно, домик хорошо смоется. А вот он внутри. Ой, блин. Вот это мрачная штука. Вот это да. Ой. Нафиг. Вот тут дети должны играть. Мама. Боже мой. Какой-то кошмар. Первый раз вижу такой дичок. Справа налево. Подъезды идут. Вон там третий. Это четвертый, оказывается. Ну это кто такой придумал? А машинёшки там гоняют. Так, где подъезды-то? Ага. Да хрен их знает, блин. Вот в этой дырке. Номер 6. Ладно, нам сюда куда-то. Нифига себе, диван. Нет, там нету. А, вот он. Подъезд. Скорее всего, номер 7. Япон батон. На первом этаже, ну нормально. Картинёшка какая-то повесили. Но это этот. Обои комар, который. Оба. Я Фокс написал. Вот это рожа. Нифига себе. Ой, черный. Боже мой. А что с губами-то? А где брови-то? Бровей нету. Ладно. Ну, короче, мне понравился этот хостел. Завтра переезжаю. Какого черта я вообще въехал в тот хостел, блин? Ё-моё! Вот, блин! Не, ну тут мрачно, конечно. Тут вообще... Блин, в этом, в котором снял, там одни гастарбайтеры живут. Натуральные гастарбайтеры. О! А в этом... Сейчас вот я с каким-то французом познакомился. А, он этот, автостопщик. 7 месяцев колбасит. О, блин! Нифига себе! Рядом все, что угодно, только не жратва. О, гинеколог. Он мне нужен, конечно. Аптека, цветы, блин. О, а там книги. О, вкусная еда, блин, книги. Обалдеть. А, хостел находится вот рядом вот с этими. Ну, на видео они, конечно, далековато будут. О, какая стена. Япон батон. Короче, вот я сейчас пока живу. Ну, если дотерплю до утра, а то поди убегу нафиг. Ну, башка точно трещит от этой вони. Да, пожрать тут негде. А я на ресепшене спрашиваю, а тут есть магазины-то? Он говорит, да ты чё, да тут магазинов вообще завались. Тут просто вот, не знаешь, вот вышел и все, сплошные магазины. Прямо вот... Выходишь, и тебя жратвой заваливают прям. Блин, ну вот, пожалуйста, оптика. Конечно.
салон какой-то, блин. Стригут поди там или кого, я не знаю, делают. Блин, попадос. Ага. Не, ну короче, там кафе какое-то. Не, жрать тут негде. Кстати, кроме вот этого береги. Ну, я еще на ту сторону схожу. Не, все, завязал я ходить уже. Ну-ка, последний. О, последний. Вон там он. Все, это хрень голимая. Это какая-то фокача. О, как деревья постригли. Ну, обалдеть. Ну, конечно, все это круто, но пожрать-то хочется. А жрать нечего. Как? Кофейня? Кофейня. Ну, все. Будем покупать в этом береге. Супермаркетом обозвали, между прочим. Тетка сидит на кассе, тупо просто про это, а там... Не, ну там ни штрих-кодов, ничего нет, просто... Она вот на мою морду посмотрела, говорит... сколько стоит? Я говорю, сколько стоит? Ну, на тебе, мать твою, кефир по 250. Купил какие-то пельмени казахстанские. Стою на, не знаю какой, 17-й что ли этаж. Ну, хостел рядом, вот с этим вот. А переезжать я буду вот, вот в этот домик. Вот он, средний. На, панорамка. Неплохая. А это на другую сторону. Панорамка. Ну, конечно, единственный плюс этого хостела, это вот можно выйти на балкончик и посмотреть. Мостик. О, какая штука. Иду искать Лим-Попо. А, вот он, Рамстор. Ну вот эта кочерга. Здоровенная. Короче, камеры нету в Лим-Попо. Это очень плохо. О, панорамка. Это что-то типа дружбы народов, что ли. Рябинки посадили. Вот разные. Швейцария. Какой-то Европейский Союз. Вот Французская Республика. Индия. Ага. Великобритания. Ну и так далее. Их тут много. О, насколько. Там какие-то частные люди. Я их не знаю, кто они такие. Вышел тут похавать что-нибудь взять себе. Там где-то супермаркет есть. А тут вот всеми цветами радуги. Ну, по-всякому, конечно. Каких только вариаций нету. И так, и эдак. Чё-то нам там француз хочет замутить какую-то еду опять. Посмотрю, чё он там, какую-то лазанью готовил. Теперь еще чего-нибудь, не знаю. Как бы желудок от этого целый еще был. О,
где же этот супермаркет-то? Керуэн. Вот такая штука. Большая. Вон их сколько там сидит. Все туда вниз. Так, француз нам что-то тут изготовить хочет. Вот он готовит, собственно. Привет. Как дела? Привет. Что это такое будет? Mushrooms. Mushrooms. Vegetables. Yeah, he said, what is the main? Name's main. There is no name. No name. This name is crepe. Crepe. And then you put whatever you want inside. Короче, я чувствую, что... Он говорит, вот то тесто, которое сейчас, оно будет жариться, это называется крэп. А здесь вы можете положить все, что вы хотите. Короче, это его собственная фантазия. Овощи. Овощи любые можно ложить туда. Понятно. Нет, зачем? Просто она не хочет вставать уже, говорит, положите мне на утро. А вон этот нидерландец гуляет, голодный, видать. Вон он, здоровенный чувак. С бородой, блин. А где есть с грибами еще? Хорошо. Ну тут тоже чикен. Так, француз какую-то штуку сготовил. А вот парень вот тут ест, он кушает. Девчонки тоже наворачивают там. Девчонки откуда? С Петропавловска. А вас водитель будет? Он голодный? Well, you can finish now, next, or tomorrow. So you does it now? For 2 days? Okay. Not by then. Что, стопщики, да? А? Стопщики. Что такое стопщики? Ну, который автостоп. А, я не знаю, не спрашиваю. Автостоп? How you can come? Sorry? Автостоп? Или как? By plane or by автостоп? By plane? Yeah. Uh-huh. But some while ago we have been before in Almaty and... After Almaty by train? Yeah. Yeah? 24 hours. 24 hours, yeah. It's very close, yeah? Yeah. Что я не понял, как они? Он говорит, они прилетели на самолете до Алматы, но на Алмате они там это, и с Алматы на поезде 24 часа это. Да. На 2 дня. 10. Между прочим, 3 часа ночи. Японец спать не дает. Слышим? Вот такие они, японцы. Так, в хостеле решил чайку попить. Ага. За окном не очень видно. Там что-то. Короче, дом. Вот. Рядом здесь японец.
что-то маракует за компьютером с серьезной физиономией. Он меня, конечно, нифига не понимает, но тем не менее. Hello. What is your name? Kato. Kato? Yes. Ух ты, блин. Фирма такая есть, Kato. Фирма? Фирма Kato. Japan. Japan. Типа Caterpillar, вроде как. I don't know. Я возле Байтерека. Такая вот штука. Идет дождик, надо сказать. Так что мне очень интересно. Дождяра колбасит, какие-то лошадки прикольные. Ага. Белоруссия, по-моему. Ну, в общем, разные. Куда они ее дели? Ну, вот такие вот лошадки прикольные. Что-то дождик идет. Вот такая фигня. Здесь. Большая. Ага. Какой-то прикольный чувак. Я не знаю, кто это такой. Блин, дождяра кричит. Вот все. Все не как у людей. Сейчас пойду в Керуэн. Пока. О-о-о. Yes. Какой фонтанчик. Чай, кстати, чай нифига не сладкий. Дали два пакетика вот таких вот, позорных, маленькие.
Они что-то вообще ничего не дают. Ну, экономят, сволочи. Что поделаешь? Пицца? Ну, так себе пицца. Пойдет. Ну все, покушал. Кстати, пиццу заказал именно вот в этом Тамир. Наверное, потому что поностальгировал. 2012 что ли, году мы здесь с подругой были. И вот именно на этом месте мы кушали ту самую пиццу, взятую с этого, с тандыра, между прочим. Самое популярное.
вот это заведение. Оно, собственно, сугубо как бы русское. С русским акцентом. Все, русская еда. Но именно здесь народу много. Ага, вот такое вот фигню. Это горшочек по-крестьянски называется. Заказал какую-то бодягу. Ну, по астанинским меркам, конечно, это дешево. Вот такая. Ну, в общем, это кефир и что-то там в горшочке, какая-то хрень. Посмотрим. Ну, в общем, в принципе, этот горшок оказался вкусным, конечно. Но очень соленым. Ну, очень соленым. А это внутри здания. Пойду посмотрю, куда он пошел. Все-таки его не пускают. Вот он. Возвращаюсь домой. Ну, то есть в хостел. Наелся, блин. Что-то много даже. Вот эта вот избушка, она, в принципе, хорошая штука. Это единственное, ну, в смысле, кафе, избушка, в этом Хан-Шатыре, вообще замечательно. За эти деньги нажрался прям как, не знаю, как кто, как суслик. Вот. Ну, правда, три соленые, все-таки. Бы дойти вообще, что-то весь такой тяжелый, блин, здание тут какое-то хитрое, вот, что еще не знаю. Ох, скоро дома буду, ну не скоро, там, возле, кажется далеко, но на самом деле он близко. Тут что-то по телеку показывают. Ну ладно. Что?
скоро дойдем. Уже темно. Ну не темно, там что-то такое, облака какие-то мрачные. Вон там, где этот хан Шатыр, там сейчас что-то мрачное. Что-то катаклизмы там какая-то. Видно, что-то льется. Вот. Ну, а я почти пришел домой. А я живу возле вот этой хреновины. Не знаю, что это такое. Ну, наконец-то я уезжаю с этого хостела. Хостел хороший. Француз до сих пор смотрит что-то. И завтра он уезжает. Вот тут на ресепшене, значит, девушка красивая сидит. Привет! Так, вот здесь я жил. Ага. Вот это моя койка. Там он америкос приехал. Что-то ковыряется. Так. Одна. Тут всякие комнатки. Вот здесь стоял мой велик. Ага. Так. Душик. Ага. Это туалет. Вот какая миленькая девочка. Да-д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 а. Это мой велик стоит. Самое занудное — это выбираться с города. Вот по всем этим развязкам мне вот туда надо. Туда, куда-то и туда. Еле нашел эту всю фигню. Еле разобрался. Прикольная штука здесь. Замутили. Конечно, хорошо бы через мостик. Но мне нужен вон тот мостик. Вон там он. Вдали. Жуткое пылище. По Астане еду. О-о-о. Решил изменить маршрут маленько. Ага, какой-то пенек едет. Наконец-то Астана кончилась. Ну, долго я что-то тут ковырялся. Накрутил 38 километров от центра. Ну, правда, я же затупил. Я сначала на ту дорогу поехал. Меня там испугали мужики. Сейчас поеду. Короче, на Караганду я поеду. Ну, типа на Караганду. До Караганды маленько не доеду. Даже какой-то прудик есть.